Макароны – любимое блюдо взрослых и детей во всем мире. Всего их насчитывается более 600 видов, а способов приготовления еще больше. Хотя мы все считаем макароны итальянским национальным блюдом, официальные кулинарные историки утверждают, изобретателями макарон были китайцы. Сегодня есть множество предприятий по производству этих изделий, но гурманы уверены, самые лучшие спагетти должны быть приготовлены прямо перед подачей. Кстати, в Бресте есть даже паста-бар, и его повара знают толк в этом вопросе. Длинные, короткие, фигурные. Здесь готовят любые. Форма разная, но рецепт всегда один. За основу берется что? То есть, ну, итальянская мука семола, первого помола, то есть какие-то наши уже. По факту, вода-мука. То есть это самое классическое блюдо, которое такое может быть. Но и в этом самом простом рецепте есть секреты. Главное – правильные пропорции воды и муки. Причем мука должна быть отличного качества. Если брать итальянскую муку, то есть она всегда в одном регионе, в солнечном, то есть она всегда растет идентично. То есть мешок год назад сделан, мешок в этом году сделан, она будет идентична. Соответственно, и по вкусу, и по цвету, по всему. Сейчас мы поставили на замес на 3 килограмма пасты. То есть он у нас на этом оборудовании проходит где-то за минут 15-20 приготовления. За это время паста-машина превратит два ингредиента в одно целое, но повар обязательно должен проверить консистенцию. Взять рукой, если мука держит свою форму, и мы ее, она обратно превращается в рассыпчатую, то мука почти, тесто почти готово. А дальше формирование пасты. Принцип этого агрегата схож с обычной мясорубкой, только вместо мяса – тесто. Конечно, такие макароны отличаются от магазинных, говорят профессионалы. Эти полезнее? Когда? Да. Ну, здесь ничего нету, кроме муки, воды и соли. А в магазинах, ну, конечно, они еще плюс подсохнут, когда они станут более желтее. Когда мы сварим, тоже будет желтое. Из таких макарон можно приготовить любое блюдо. Например, пасту с морепродуктами. Мидии, креветки и кальмары подходят сюда идеально. Обжариваются на подсолнечном масле с добавлением овощей. Пожалуй, это весь рецепт. Ведь для варки макарон потребуется всего 15 секунд. Формируем блюдо и украшаем. Тарелка горячей только что приготовленной пасты с морепродуктами. Что может быть лучше, чем в пятницу вечером побаловать себя этим блюдом? И, конечно же, отметить праздник. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, телекомпания БукТВ.